Московский педагогический марафон учебных предметов, 2013 год, День учителя физики. И мы продолжаем знакомить интернет-аудиторию педагогическую с ведущими марафона этого года. И на марафоне у нас очень много сегодня выступающих, много событий. И одна линейка, мне кажется, очень важная, техносфера как новый формат интеллектуального взаимодействия учитель-ученик. Вот такая вот в этой линейке. И Игорь Сергеевич Царьков, учитель физики и астрономии, замдиректора по научно-методической работе школы 29, уже теперь известной школы 29 Подольской Московской области, сегодня рассказывал вот про школьная нанолаборатория, база для исследовательской деятельности учащихся. Вот я даже не знал, что так. Нет, именно об этом я рассказывал, хотя доклад был несколько шире. Вот как бы нанолаборатория – это венец всей нашей деятельности. То есть сейчас мы уже могли сделать нанолабораторию, чтобы там сейчас какие-то проекты. Кажется, что это очень дорогое удовольствие. Или я ошибаюсь? Ну, оно на самом деле не дешевое. Но поскольку вот само помещение со всеми коммуникациями, там водоснабжение, свет, связь, вентиляция, кондиционирование, это все делали сами дети. У нас вообще все проекты делают дети от начала до конца. Вот они потратили на это год. Так. Ни одного выходного, ни весенних, ни летних каникул. Но они сделали то, что они хотели. Вот. Конечно, понятно, что учителя участвуют в этом, как направляют. Да. Это получается дороже, чем если делают взрослые люди, потому что ведь они сначала ломают, а уже потом делают. Да. Но тем не менее, это сделано их руками. Они этим дорожат. Это очень серьезная мотивация к дальнейшей деятельности, да? Когда ты сделал сам, не работаешь. Вот. И вот мы в октябре открыли нанолабораторию. Оборудование, конечно, собирали долго, много лет. Потому что это такое нанолаборатория? Нам кажется, что нано это что такое невидимое. Да, лаборатория для исследования объектов микромира. Ну вот у нас там установка по измерению постоянной Планка. У нас сканирующий туннельный микроскоп, камера Вильсона, спектрометры. То есть совершенно профессиональное оборудование, на котором можно делать интересные исследовательские работы. Игорь Сергеевич, а почему в школе 29 Подольска все это удается делать? Вы как руководитель? Ну, я честно скажу, потому что есть несколько сумасшедших, да? Вот. Вы относитесь к... Я отношусь, да. Вы помните Высоцкого, да, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Вот у нас есть несколько буйных, вот поэтому вожаки есть. А дети, они очень благодарные. Если они видят, что ты хочешь им помочь, ты хочешь что-то для них сделать, они будут в этом активно участвовать. А для нас это самое главное, когда есть отдача, и ты же работаешь по-другому. Да. Поэтому это все-таки такой вот союз. Теперь у меня вопрос, можно сказать, коварный. Давайте. Очевидно, что ваши дети любят физику. Ну, это риторический вопрос. Или это вопрос? Это вопрос. Почему? Кто-то любит. Кто-то нет. И понятно, что есть у нас технари, есть гуманитарии. Угу. Ничего не поделаешь, гуманитария заставить любить физику сложно. Они будут ее слушать, они будут отвечать, если вы интересно рассказываете. Но уделять этому дополнительное какое-то время и прилагать какие-то особые усилия при решении задач там, не будут. Есть прямая корреляция между теми, у тех детей, которые любят физику, между их любовью к физике и так далее, и результатами по ЕГЭ? Конечно, да, однозначно. То есть можно готовить к ЕГЭ, не натаскивая на ЕГЭ, а просто заниматься. У нас вообще нет натаскивания на ЕГЭ. У нас единственное, у нас есть факультатив, это решение задач повышенной трудности, и мы ведем его не в 11 классе, а с 9 начиная. Да? Просто вот мы решаем интересные задачи. И таких ребят так не очень много, кто любит это решать. Но они есть. Да. Те ЕГЭ щелкают, это понятно, что говорить. Вот. Они у нас поступают от МФИ, МГУ, хорошее поступление у нас, и МВТУ. Вот. Но если ребенок мотивирован, он всегда, во-первых, он и пойдет сдавать физику, он не боится ее. Он уверен в своих. Пусть он наберет 100 баллов, но он наберет необходимое количество баллов. И у нас ведь очень много ребяток идет в инженерный вуз, что нам приятно, крайне приятно. Потому что в стране просто беда, вы же знаете, с этим. А у нас дети идут, если перечислить все вузы, куда нас идут, то есть МАИ, Бауманка, связи, аэрофотосъемки, забыл, как он называется. Естественно, это МИФИ, естественно, это МГУ, тоже ФИСФАК, ВМК. То есть они идут,
технари. Игорь Сергеевич, а вы у себя принимаете педагогов, которые хотели приехать посмотреть? Как? Конечно, у нас это происходит постоянно. Это нам очень мешает работать. Но мы, конечно, принимаем. Но нам же хочется поделиться, да? Вот и услышать мнение профессионалов, коллег, да? Что так, что не так. И мы хотели, мы не хотим быть одни, да? Пусть будут еще такие, пусть будут лучше нас. Это же, ну, это нормально. Московский педагогический марафон учебных предметов, 2013 год, День учителей физики. И в рамках этого дня мы встречались с Игорем Сергеевичем Царьковым, который руководит преподаванием физики или нет? Физика и астрономия. В уже теперь известной школе 29 города Подольска Московской области. Я так понял, что кто заинтересуется, можно и на сайт зайти. На сайте все есть, все координаты. Все узнать. Угу. И можно даже доехать до вашей школы и побыть, и увидеть, как вы это делаете. Во-первых, мы показываем все проекты. У нас же обсерватория, планетарий, нанолаборатория, лаборатория робототехники, виртуальная студия, не хуже голливудская, с хромакеем, все, мы снимаем фильмы. Приезжайте, и вас приглашают. Все, я обязательно приеду. Такие встречи происходят на нашем марафоне. Все материалы марафона читайте на сайте marafon.1septembr.ru. Спасибо большое. И очень надеемся, что всем детям в стране будет интересно учиться по самым разным примерам. То, что они выберут. Мы тоже в это верим. Спасибо. Спасибо.